Глава региона Павел Коньков посмотрел, как живет и развивается текстильное производство в нашем крае. В городе Шуй он посетил сразу два предприятия. Шуйский текстиль выпускает широкий ассортимент трикотажного полотна. Здесь же оно подвергается крошению и отделке. Высокого качества продукции добиваются за счет использования импортного оборудования и применения только самого качественного сырья. Мы работаем по направлению бизнес для бизнеса. Мы производим высококачественные ткани, разрабатываем модели. Фактически любая компания, которая занимается в направлении нашем производства верхней одежды, а мы специализируемся в основном на производстве пола высокого качества, может прийти к нам, заказать свою модель. Мы разработаем ткани, разработаем модель, утвердим заказчиком, произведем крой и отправим нашим партнерам для сборки модели. Еще одно предприятие «Умный текстиль», которое смотрел Павел Коньков, выпускает не только традиционную продукцию, среди которой товары для дома, спорта и отдыха. Здесь производят уникальные изделия, оказывающие оздоровительное воздействие. Подушки с лузгой гречихи или пленки кедрового ореха, белье с антицеллюлитным эффектом. А начинали мы все с антимикробных противогрипповых носков. Сейчас мы внедряем новые технологии, у нас есть уже водоотталкивающий носочек, который проходит у нас испытания. На предприятии «Умный текстиль» уверены, за инновациями будущее ивановской промышленности. Здесь постоянно идут исследования и внедрения в малое производство новых интересных предложений. Да, наверное, кто-то скажет и выразит сомнения по тому или иному виду продукции, но в бизнесе все оценки дает покупатель. Если он покупает, значит, это продукция. В ходе визита губернатора в Шуй выяснилось, у каждого из предприятий есть сложности, которые мешают дальнейшему развитию производства. Павел Коньков внимательно выслушал жалобы и сообщил, что эти проблемы под силу решить чиновникам областного правительства, чтобы текстиль в нашем крае развивался и дальше. Любовь Почерникова, РТВ Иваново, Шуя.